Всем привет! Это мобильная игра Dojo Quest из фильма «Пиксели». Злые бандиты выпустили на волю своего злого дракона и уничтожают все на своем пути. Единственное, кто в силах остановить их, это леди Лиза. В игре несколько оригинальных локаций, наполненных большим количеством ниндзя-воинов. Главная цель — это добраться до дракона и убить его. После того, как дракон будет побежден, игра начинается с самого начала. Меняется только цвет фона и на каждом уровне становится все больше и больше ниндзей. Так что данное видео можно считать и полным прохождением. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии.